Друзья, всем привет, с вами Санек. Хочу собрать себе полноценное сцепление на базе оковских запчастей. Вот. Диски, сцепление, корзина, ну и прочие причандалы от автомобиля АК. Потому что если делать из жигулевских, оно получается большое, но мне в раму не влазит. Я, как говорится, сапожник без сапог. Ну, изначально сделал так раму. Она, точнее, была уже сварена просто на базе. Ну, кто смотрел канал, видели, да? Какая-то опора там бочку держала, вот превратилась в тракторок. И какой был размер, такой я и использовал. Я их не расширял, и вот как есть по факту, так и сделал. Вот, и туда, чтобы впихнуть полноцешку, ну, блин, там надо поплясать, полрамы выпилить, воткнуть, потом сварить все заново. Не хочется, не хочется мне делать лишних манипуляций. В общем, друзья, сейчас покажу, как легко, просто, быстро перешлицевать диск оковский под шлицы вазовские. Кому интересно, смотрите ролик до конца, может быть пригодится, ну мало ли, ситуации вот как у меня вот всякие бывают, хотя один я уже сделал, уже перешлицован под первичный вал в вазовской коробке классической. Ладно, харе-ля-ля. Все, друзья, сейчас покажу, как это я делаю. Так, ну понадобится мне шлицевая какая-нибудь вазовская, да, вот нашел такой вот подушатанный уже диск. Вот как раз отсюда я и возьму шлицевую. Мяса тут достаточно. Есть что поточить. Либо вот девяточную. Здесь она уже в размер, можно сказать. Вот, подогнать. В общем, сделаем то, что нужно. На оковском вообще, вот здесь промерял тонкую часть, 1,5 миллиметра. Здесь, ну, может быть, около 2. Здесь, ну, здесь побольше, соответственно. Достаю шлицевую, ну и продолжим. Все, вот так вот это дело досталось. Сейчас болгаркой лишнее спиливаю по максимуму. Остальное стачиваю. Дальше, друзья, первичный вал. Точить буду на нем. Надеваю вот втулочку. Вот так на шлицы. Зажимаю, поджимаю. Вот, протачиваю эту сторону. Потом разворачиваю ее и протачиваю уже другую. До 26 миллиметров. Поставил еще один девяточный тоненький там диск сцепления, вот, чтобы она прижала его капитально, и за одну установку ее сразу проточить на всю длину, чтобы не мучиться. Вот. Получилась вот такая вот втулка со шлицевой. Самое главное, не сказал, не все диски подходят для этой, как говорится, процедуры. Вот этот не подходит. Он немножко иного плана исполнения. Вот он не годится. Годятся те, у которых площадь есть, выступает такая вот. С одной и с другой стороны. Здесь было, они два одинаковых. Вот. Этот вообще какой-то с другой оперы. Да его и видно. Какие-то вот вставыши. Здесь вот они визуально абсолютно одинаковые. Вот эти подходят. Ну, то есть мясо должно быть. Здесь его нет. Здесь оно есть. Все, сейчас ставлю диск, не разбирая, и протачиваю его. Так, дальше зажал диск. Ну, обратные кулачки поставил.
и зажал вот за эту железку, схватился. Никаких проблем с первым не возникло, с этим то же самое. Все, сейчас протачиваем. Сразу подгоняем под размер самой втулки. Уже не знаю, куда засунули. Сейчас найдем. Все, погнали. Прямо смело и не стесняясь. Втачиваю шлицы. Последний проход. Все. Все отлично. В натяг. Сейчас забьем туда ее как нужно. Короче, нужно забить. Вот так, друзья, выглядит перешлицованный диск. Сейчас его в станке обвариваю на минималках. Частотником убираю вообще на минимум. С одной стороны и с другой стороны. И все. Ну вот, так выглядит диск после сварки. С двух сторон сварку обработал. Ну, сам процесс не показывал. И запесочил, чтобы он был весь матовый. И визуально никак не отличался. Вот как-то так. Все на первичный вал садится. Кто-то скажет, не соосно, друзья. Ну, как бы вам показать. Внутри вот эта пластина, которую я показывал, вот такая. Да? Вот, ее там ничего не держит, кроме пружин. И она там свободненько, так как нужно. Вот они, пружинки работают. Также лево-право, куда угодно. Работать будет 100%. Вот, видно, да? Дальше вот этого зазора никуда оно не сдвинется. Будет работать так, как нужно. Вот как-то так. Вот. Два диска с шлицевой другой. Но этот не пойдет. Есть у меня ковская коробка. Вот туда он пойдет. Может быть, когда-нибудь. Всем пока. С вами был Санек. Если кому интересно продолжение, уже будут шкивы точиться. Но не из тормозного барабана, из другого материала, и собираться полноценное сцепление. Пишите, кому понравилось, также пишите. Не жмитесь на комментарии. Всем спасибо. Скоро увидимся.